Итак, нам показывает Таня Дручинина, хореографа и тренера, который работает с Ксенией и с Александром. Последние наставления перед выходом. Произвольную программу исполняют Ксения Озерова, Александр Эдберг, Россия. Ксения Озерова, Александр Эдберг, произвольная программа. Проготовы параллельно. Очень хорошо. Двойной подкрут. Комбинация из акселей в 2,5 оборота, но вот второй. Ксюша выполнена с ошибкой, к сожалению. Молодцы, сделали поддержку со сложным переходом, с переходом на одну руку. Обидно. Выброс стороной флип не получился. Наверное, не хватило немножко хода, Маша. Я думаю, что да. Если немножечко посильнее разогнались, могли бы сделать. Но тройной выброс флип – это сложнейший выброс, который исполняют парники. Передняя ласса и сразу вышла на одну руку. Это сложно. Приземление тоже на одной руке. Опять ошибка на выбросе. Сразу хотел был оборот в правую сторону, потом два оборота в левую сторону. Тот с вдвоем сложной позиции. И Александр, Ксения, оба были сложные вариации. Смена руки, смена позиции партнерши. Отцы. Эти молодцы додержали. И здесь, здесь. Хорошо. Смотря что ошибаются в сложных элементах, простые элементы доделывают, досчитывают все обороты. Это хорошо. Это школа. Это школа Игоря Борисовича Москвина, Тамары Николаевны Москвиной, Артура Дмитриева. Молодцы, держать хорошо. Очень хорошо, прям так идеально параллельно исполнили параллельное вращение. Ну и зажигайте, давайте. Добавьте
Хорошо. Маш, ты помнишь по себе, сколько сил забирала дорожка шагов, да? Казалось бы, простой элемент. Сейчас она еще забирает еще, мне кажется, больше сил, потому что с каждым годом все требования усложняются, дорожки становятся более танцевальными. Молодцы, отлично. Браво, если ребята. Если бы не выбросы, да, было бы вообще здорово. Браво, ребят, достойное очень начало. Если бы не выбросы, вот два падения с выбросов, к сожалению, отнимут у них какое-то количество баллов, достаточно приличное, но при этом очень сложные поддержки, такая хорошая, активная, сильная программа на такой русскую национальную музыку. Вращения были исполнены. Вращения были сделаны очень здорово. Оба вращения, совместные и параллельные, были сделаны на высоком уровне, параллельно. Эта пара первая, кто мне вот показалось, сделала дорожку на все. Вот так хорошо, что она прозвучала, была очень яркая. Это был финальный элемент в произвольной программе. Это всегда очень тяжело, поверьте. Там не хватает ни дыхания, ни сил. Но ребята с этим справились, это здорово. Очень-очень достойное начало в таком во взрослом катании. Если учесть, что они всего лишь в паре катаются полтора года. Тем даже более, это для них первый такое серьезное соревнование среди взрослых. Для дебюта очень здорово. Чудесный прыжок сделали вместе. Тройной тулуп параллельно. Мне показалось, что начали очень активно, так мощно. И немножечко вот как раз после первого падения с выброса, немножечко как-то Потеряли настроение. Настроение. А потом опять разошлись, исполнили шикарные поддержки, вращения. Как вы, Мария Петрова, боролись с тем, вот когда мы ошибались и была неудача в каком-то из элементов, или я срывал что-то, или у тебя не получался какой-то элемент, что ты делала, как ты вот с этим справлялась? Честно говоря, такие сложные моменты в программе, когда они случались, просто забывала об этой неудаче моментально забывала и старалась думать о дальнейшем исполнении элементов. Удавалось. Не каждому это удается. Мы пожелаем ребятам, чтобы вот эти досадные какие-то ошибочки, они это всего лишь начало пути во взрослом катании. И чтобы они были всего лишь следующей ступенькой для того, чтобы они шли все выше, выше и выше. За исполнение произвольной программы Ксения Озерова и Александр Нерберт получили. Ребята очень хорошо выглядят вместе, оба такие стройные, линенькие. Мне очень понравилось сочетание. Партнеры, партнерши. Согласен. Вот как раз мы видим, 2 балла сняли за падение. И еще они потеряли баллов, наверное, около 8 за неисполнение элемента. То есть занимают 2-е место по. Там видишь, там тоже скорости нет. Мы выезжаем, и там тоже уже скорости нет. Оба выброса.